За истекшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Алмазная, Знаменка, Красный Яр, Лозовое, Калиново и район памятника князю Игорю. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенными минскими договоренностями 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 177 снарядов, мин и гранат. В результате украинской агрессии погибло двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики. Украинская сторона продолжает провоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня с целью последующего обвинения их в срыве минских договоренностей. Так, 23 июля в районе населенного пункта Луганская, подконтрольного вооруженным силам Украины, по населенному пункту Лубиново подразделения 53-й бригады вооруженных сил Украины вели провокационный минометный огонь. Известно, что во время на позициях ВСУ находились съемочные группы украинских информационных агентств с целью видеофиксации ответного огня. Но военнослужащие Народной милиции не отреагировали на провокацию и ответный огонь не открывали. Кроме того, командование ВСУ продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения в зоне так называемой АТО. Так, в районе населенного пункта Луганская на расстоянии 5 километров от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух 152-мм артиллерийских гаубиц «Акация» и огневые позиции 120- и 82-мм минометов. В районе населенного пункта Золотое в подразделениях 24-й бригады вооруженных сил Украины проводились инженерные и маскировочные работы по закрытию запрещенного минскими соглашениями вооружения, расположенного на линии соприкосновения под представителями сил ОБСЕ.